Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, Лига Сёгунов, 2 звезды. Сейчас посмотрим, сохранилась ли эта позиция у нас. Так, точно, ранг 70. Так, ребят, ну что, я решил перед работой сыграть маленько, чтобы чуть-чуть подальше, как говорится, продвинуться. И, возможно, мы с тобой все-таки останемся в топчике. Ну и, соответственно, получим награду топовую, то есть осколки. Так что не обращаем ни на что внимания, просто двигаемся к своей цели. Сейчас будем разбирать. Я особо здесь не буду рассусоливать все это, ребят. Будем, как говорится, быстро и жестко проходить. Так, первый у нас выходит Алапекс. Ну, естественно, у нее не очень хорошая атака. Хотя, кто-то из подписчиков, я помню, даже не один говорил, прокачай Алапекс. У нее вот эта вот атака массовая, когда она будет прокачана, очень даже неплохо будет бомбить. Ну, судя по тому, что я в данный момент вижу на ее 56 уровне против 55, ну, как бы, не очень она мощно бьет. Я, честно говоря, не помню, до какого уровня прокачана у нее вот эта вот массовая. Так, по-моему, даже не прокачана, если честно. Можно даже глянуть сейчас. Так, например, где у нас Алапекс? Алапекс вообще не прокачанная, 56 уровень, да, у нее? Где-то вот в этих рядах она должна быть. Так, подожди, 56-й. Вот она, Алапекс. Да, ребят, не прокачан вообще у нее этот скилл. Поэтому судить, ну, честно говоря, рано об ее, как говорится, способностях. Ну, первый уровень — это базовый. И мы знаем, что базовый уровень — это, ну, полная фигня. Уровень там, я не знаю, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Я уже молчу про 7-й. Тогда можно было бы какие-то еще выводы делать. А вот на данном этапе это глупо. Так, ну что, друзья мои, 56-й, 53-й и 55-й уровень я буду, как обычно, брать через высокоуровневого бойца. Я возьму на этот раз, наверное, да, Паукуса. Ну, нравится мне у Паукуса его, ну, вот этот вот удар, паутинка массовая, вот это вот. Плюс бросаем бомбочку от Микеланджело. Урон, конечно, не очень большой. Да. Тут главное мне Эйприл уничтожить. Если она сейчас вдруг решит захилять, это будет плохо. Отлично. Слушай, ну Рафаэль тоже, у него две массовые атаки, ребята. Первая — поджог, вторая — огненная торнадо. В принципе, для дальнейшей прокачки он тоже хорош. Но сначала Донателло, ребят. Сначала Донни. С Донни, когда разберемся, тогда уже будем кого-то брать другого на раскачку. Пока мы его прокачаем, я думаю, что у нас, наверное, появится еще какой-нибудь один платиновый боец, который согласится, прокачаться по скиллам. Я вот смотрю в сторону либо Рафаэля, да, оригинального, либо... Нет, не оригинального. Вот, либо в Леонардо видение, либо в Рафаэля. Как же его там? Ну, он же... А, ну тоже Рафаэль видение, да, ребят? То есть Леонардо видение, либо Рафаэль видение. Еще мне подкупать немножко почему-то мутагеноид своим вот этим вот ударом по земле. И Карайка, вот Карайку тоже вот все думаю, стоит ли мне вот этот вот человека, который, стоит ли мне ее прокачивать в ближайшее время или не стоит. Я знаю, что по ХП она очень ватная, вот именно по здоровью, но инициатива у нее неплохая. Ведь все знают уже, что чем больше бойцов у нас с хорошей инициативой, тем преимущество на нашей стороне. Почему? Потому что мы всегда будем ходить первыми. Да еще к тому же, если начиная с массовых атак, ой, враг наш будет просто пищать от ужаса. А в то время, как мы будем его разбирать. Так что, только лишь вот на этих основах
Я их хочу, ребят, прокачать. Взял здесь Макмана. Я почему-то, ребят, не уверен, что Макман справится с 61-62 уровнем. Тем более в соло. Эти ему, как говорится, не особо тут помогут. Сейчас проверим. Нет. Слушай, он хорош, хорош был. И я думал, что он все-таки кого-нибудь доставит. Но, как видишь, все получилось хорошо. И мы с тобой уже в Лиге Сёгунов 3 звезды. Надо попытаться, конечно же, нам добраться до Лиги Мастеров. Одну звездочку хотя бы. Ну и, соответственно, найти 16-22 или что-то в этом роде. Но почему-то мне такой радости не представляют. Жулики, хулиганы. Так, ладно, берем Ваньку. Ванька с этими охламонами справится. Раз, два, три, четыре. Ну что у нас тут? Лео 60-й, потом Роквелл. Там, по-моему, Донателло. А ну-ка проверим. Даже Дони упал. Я думал, что он сохранится. Выживет немножко, но нет. От гранатомета Ваньки Стиранка он, конечно же, не спасся. Так, ну что, 16-21. Давай, наверное, возьмем вот этот отряд. Берем Бакстера. И вот так вот. Самый слабый, мне кажется, по скиллам и по атакам почему-то именно черепашки Космос. Я не знаю, ребят, хоть вот убей меня. Вот слабенькие они и все. Начиная что от Микеланджело, которого он с какой-то этой ерундой там выкидывает хавчик. Что у Рафаэля вообще, по-моему, нет массовой атаки. Да, по-моему, вообще. Или чем? Нет, нет у него. Или Чемпи. Чемпи это у него, да? На плече-то сидит. С поджогом. Но все равно какая-то... У Леонардо, у него что там? Прилетает корабль космический. Какие-то не слабенькие там атаки. Поэтому они, наверное, у меня будут прокачиваться вообще, наверное, в самую последнюю очередь. Даже оригиналы, ребята, и то, мне кажется, посильнее будут. Помнишь, мы Донателло прокачивали с тобой? Донателло Космос. С его этим... Когда он призывает астероид. Ты видел, какая там атака? А вообще ни о чем. Просто ни о чем, ребят. Атака его. Поэтому у меня сразу как-то вот... настроение испортилось вообще их качать. Так, ну здесь Рафаэль, конечно, здесь он топовый. Он, естественно, всех ребят здесь разбомбил. Даже не поморщился. Ну, а мы двигаемся дальше, и у нас 58 место. Интересно, мы сегодня сможем пройти в мастера? Хотелось бы, конечно, еще укрепиться там чуть-чуть, но насчет укрепления вряд ли получится. Так, я возьму, наверное, здесь Армагона, потому что я смотрю, там Микеланджело, он стоит уже, перещуривается. Думает, что, ага, сейчас речик подойдет, я ему накумарю. Нет, не накумаришь. Армагон тебя вырубит быстрее. Ты не сможешь выжить. А кабан вот почему-то смог. Ой, кабан, носорог. Почему? Я не знаю. Но я знаю, что постоянно кто-то один выживает. Ну-ка, 45-е. Блин, все равно медленно. 13 ступенек пролетели всего лишь. И я хочу, чтобы у нас было... Так, 16-22 есть. Так, берем, значит, Рафаэля, берем Дони и берем Зека. Наверное, жирно слишком будет-то, да? Давай вот так, наверное, уберем. Я, конечно, могу представить, что Рафаэль один справится со своей массовой атакой, но я не уверен, что это произойдет. Давай проверим. Вот, видишь? Поэтому Донателло я прихватил с собой. Вот эти вот ребята, типа Рафаэля и Донателло, у них есть масса в атаке, но они не такие мощные, как, например, атака у Леонардо. Вот уступает она по силе. Так, 66 уровень, улыбится опять. Ну что ж, маузеров тогда я возьму здесь. Раз, два, три, четыре. Сейчас возьму маузеров, и они, соответственно, здесь. С седьмым уровнем атаки на скилле, последним к тому же, ребята, они разносят в пух и прах. Они даже, помнишь, мы с тобой, по-моему, смотрели 78 уровень, бывало, что разносили. А уж про 68
И говорить-то не приходится. Естественно, это для него как разминка. Слушай, а мы, скорее всего, да, попадем с тобой в Лигу мастеров. Так, 18-я позиция есть. 16-22 есть. Так, давай возьмем Кожеголового плюс Зека. Раз, два, три. Кожеголовый плюс Зек. 67-й уровень противника. То есть, соответственно, ничего страшного нету. Даже я думаю, что... Ну, после Зека-то понятно, Кожеголовый уже сразу разнесет их. Я просто думал, хотел проверить его первым. Если бы он сделал бы атаку, упали бы они или нет. Но не судьба, видимо. Ладно. Угу. То есть еще один бой. И будет все четенько. Ну что, нифига. Вот, 16-22. Значит, берем. Раз, два. Раз, два, три. На Супер Шреддера, конечно, большая ставка. Огромная. Да, в принципе, ребята, он должен вырубить. 67 уровни. Я еще уклонение поставлю здесь. Тут морозильная кошка стоит. Я думаю, она не выживет здесь. Ванек опять. А Ванечка. Ваня в любом случае трупец, потому что на нем висит постепенный урон. Ну и Шреддер, как говорится, добил. Но отлично. Так, друзья, ну теперь нам нужно только лишь укрепиться здесь. Ну, укрепиться, я имею в виду в плане там где-нибудь 70-ю, 80-ю позицию взять. Лучше бы, конечно, 50-ю, но вряд ли мне хватит. И смотрю, выпадет ли мне 17-23. Скорее всего, вряд ли. А, не хотят. Не хотят, ладно. Давай так сделаем. Берем слэш. Что там? Блин, зачем я так делаю? Так тут 70-ник уже, ребят. Можно, как говорится, и своими силами, как говорится, можно справиться. Так. Так. И бурундуки. Прекрасно. Прекрасно, ребят. Так, ну что? 78 место. Ну, давай возьмем вот эту, например, команду. Раз, два, три, четыре, пять. А потом вместе, потом вместе с Крэнгом мы отправим всех остальных. Ну и, в принципе, все на этом будет. Ага, он даже Карайку не смог вальнуть. Эх, Рокзар. Рокзар, да, ребята, он слабак. По атаке он слабак. Тут уж, извините, ничего не поделаешь. Ну, Акунаиши жгет не по-детски. Так, попробуем пробить Бакстера. Есть. Дальше добивка. Прекрасно. Ну, Джастин, ребят, только на добивке хорош. Когда у врагов мало здоровья, только в этом случае. С нуля он, точнее, с фулл хп он никого не забьет вообще. Тем более на высоких уровнях. Ну что, последний поединок у нас. Раз, два, три, четыре. Нет, не хочу тебе. Четыре, пять. Пускай этот Тимати стоит у нас там в сторонке, как говорится, жует пеленки. Я не хочу его брать, ребят. Мне не нравится он. Мне не нравится Кирби, мне не нравится Джастин, и мне не нравится... А кто же мне еще-то не нравится, я уже забыл. А, Сплинтер. Какие-то они бестолковые, если честно. Ну и Джастин тоже. Туда же можно его отправить. Ну что, ребята, 53 место. Я считаю, что это неплохо. Вот лично я. Так, ну что, теперь давай мы пройдемся по серии испытаний. У нас вот остается совсем чуть-чуть. И мы... Что мы? Мы с тобой уже перейдем. Не перейдем, а точнее заберем нашу награду фуловую. Ну а пока с этими сморчками будем разбираться. Поехали. Так, делаем укус. Проникающий по кабану. Что он там делает?
Ну нифига ты хинул, оказывается, еще. Вот этот вот удар, ребята, боксирующий у Макмана, я считаю одним из мощных. Потому что он, ну вот сколько я не делал бы его, он пробивает практически любого противника. Так, давай-ка, наверное, вот это возьмем, потому что он в провокацию 100% будет лезть. Так вот. Опа, нормально. Эть, раздавил. Давай массовую. И добивка. Тьфи. Изи катка, что я могу тебе еще сказать? Просто изи. Ну а теперь поехали. Так, не хватит нам, скорее всего, на Эйприл. А нет, хватает, ребят. Слушай, 85 уровень у нее. Слушай, мы можем прокачать до 7 ступени. Но нафиг мне это нужно. Я бы лучше бы прокачал вот это тогда. И ищем нашего Дони. Вот он стоит. Глаза на выход. Значит так, нам, ой, тут дофига надо чего найти. 4 Ч-планшета. 1 только лишь. Да. Ну ты серьезно, блин? Не хочет выдавать. Так, вот второй только лишь выпал. Третий и давай последний, четвертый. Ха, конечно. Вот он, ребят, четвертый Ч-планшет. Это получается... Так, еще ячейки крэнгов, да? 6 и 10 ящиков с инструментом. Это уже потом, ребят, в следующих сериях. Сейчас забираем наши награды здесь. И что еще? Будет доступно через 3 часа. Ну, ребят, через 3 часа это слишком поздно. Я уже упорхаю на работу. Так, ну что, друзья, на турнирке мы с вами в Лиге Мастеров, ранг 53. У нас еще сколько остается? 2 дня до конца. То есть завтра с утречка перед работой поиграю. Потом, а что потом? А потом только в понедельник уже, когда выходной у меня будет, тоже поиграю. И в принципе, друзья, мы можем вырваться в Лигу Мастеров 3 звезды и там остаться и получить фулл награду. Ну а на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.